Darkspawn представляет: Корифей. Гибель Нексуса. Пролог. Подготовка к войне. Предыдущие серии. Отмена таймпоинтов Король Мертвых 9 спровоцировала открытие бреши между мирами. В финале Абаддона Корифею вместе с душой Магрейна удалось вырваться из заточения в Тропе Вечности. И теперь Корифей намерен закончить начатое им дело. Уничтожить Нексус. Для этого он отправляется в другой мир, где Артес принял иное решение – стать королем Лордерона. Этот мир называется Азерот 2. Ашенвали Аидолон сразил Реверса, отдав Абаддону контроль над своим телом. Реймонд Д'Аарон, силы которого покидают от полученных ран Болваром Фордрагоном, жертвует собой, чтобы воскресить Магрейна. Азерот 2. Подгород. 5 лет спустя после событий Король Мертвых 3. Путь проклятых. Вызывали меня, госпожа? Да, Ник. Есть один разговор. Он касается будущего отрекшихся. Как ты уже знаешь, отрекшиеся несколько лет назад помогли Альянсу победить короля Лича в Тераморе. Наша старая знакомая, Джайна Праудмур, решила воскресить своего возлюбленного, Артеса. Наивная идиотка. Мне не интересно слушать эту заезженную историю, Сильвана. Говори прямо и по делу. Хорошо. Пусть будет по-твоему. Как ты знаешь, после битвы на Тараморе мы с Альянсом заключили соглашение, чтобы они не трогали ни нас, ни наши владения в Северном Лордероне. Но в связи со вступлением недокороля Артеса на трон, безопасность нашей фракции находится под угрозой. Ты хочешь напасть на Альянс первый? Верно, Ник. Сейчас мы стоим, разговариваем, а Альянс готовит план, как уничтожить нас и вернуть Лордерон. Я атакую Вольтеран и потребую недокороля не нарушать условия договора. Ведь меня не просто так сюда позвало. Ты хочешь, чтобы я, в случае, если Артес не захочет принять условия, атаковал их с тыла? Не сомневайся. Он откажется от предложения. Я хочу, чтобы он сам вызвал провокацию и повел своих людей к войне. А когда ситуация в Альянс выйдет из-под контроля, мы перережем их всех! Продолжение следует.